В общем, я стал счастливым обладателем 3 коллекционных нулевых евро в Стамбуле. Уже второй раз за сегодня мы проходим этот контроль. Чем ты? Следующая точка для посещения – это дворец Топкапы, дворец правителя Стамбула. Сейчас пойдем туда внутрь. Наверное, одно из самых красивейших тоже мест Стамбула, которое обязательно для посещения. Вообще, мы ходим здесь на одном пятачке около Султана Ахмета, и все в шаговой доступности прям. Поэтому буквально за 2,5 часа мы уже прошли столько много достопримечательностей. Hello. Так, короче, взяли 2 билета в Топкай музей, дворец. Самый дешевый вход 100 лир с человека. Это считай по 1000 рублей на наши денежки. Еще раз контроль для тех, кому один раз мало. Вот. Здесь аудиогид, прокат. Thank you.
Пойдем. Очень похоже на Бахчисарайский фонтан. Да простят меня мусульмане. Отсюда самый лучший вид на Стамбул сейчас перед нами откроется. Значит так, мы находимся на европейской части Стамбула, а вот это перед нами открывается пролив Босфор. Вот через него ходят грузовые корабли из Черного в Средиземное моря. С правой стороны от пролива Босфор у нас открывается вид на Мраморное море. Но здесь его, конечно, еще не видно. Та сторона Стамбула – это порт и много жилых кварталов. По сути, это, можно сказать, отдельный город. Так, а сейчас мы идем смотреть европейскую часть Стамбула и вид на Золотой Рог. На залив Золотой Рог. Ты видел, что чайки играют? В общем, набродились мы тут уже по дворцу. Будем двигаться в сторону выхода. Может, еще что по пути, какие интересные места сейчас зацепим. А дальше у нас план идти вниз. Вниз к Золотому Рогу, к заливу, к проливу Босфор.